Это сука, блядь, открой лицо свое. Ребята. Короче, я его поймал. Все, кого он когда-либо кинул на деньги, денежные средства, какие-то еще что-то с этим связанное, блядь. Я знаю адрес его, где он проживает. Скали Милана, также известен как Малой и этот, вот. Ну как, типа, то ли припев, то ли вступление, хуй память, что это? Йоу. Блин, надо найти женщину, чтобы с ней завести детей. Любовь, семья. Очень надо сейчас. Да. Так, да, все, мы стакан включаем, а потом знать, что нужно что-то сказать. Дождь не тоски, тысячи минут, семья умер, прости, бейся никогда. Концерты, деньги и проценты, но колеса поднимаются, самооценка. Каждый день как правило. Точно знаю себе цену. Толки концерт. Деньги и проценты. А тебе уже за 30 и живешь без целей. Это не снова в виде себя. Нахуй никому не нужен, если нужен, то не верю. Я отсек сливаюсь тут же, не учился в универе. Нет работы, нету денег, и все шмотки, как у банка. Мне так страшно, я... Йоу, чекай, героин на бите, окей, героинчик. Нам похуй, мы получаем эти бабки, нам похуй. Не поебать на бите, йоу, чекай это. Говорю моей тёлке, поди и выеби этого еблана. Чтоб он думал, типа ты кончила, но ты его обоссала. Мои карманы будто твой альбом, ведь там много кала. Не убивай людей, но на мне чёрная балаклава. Лучше подумай головой, пока я тебя по ней не уебал. Я отрезал бошку типа и потом ей футбол играл. Я же не про танцы, но у меня есть большой бал. Пуля в моем АК по размеру такая же, как мой план. Мой дядю поймали за продажу, он ещё банчит в тюрьме. Я будто педофил, вечно маленький мальчик во мне. Я выебал тёлку, я знаю. Как тебе надо, ёбаная Скаля Милана, блядь. М-спол здесь, да? Слушайте мои треки. Слушайте этот трек. Эй, what's up? Мне нужна обложка. У меня сегодня ночью выходит новый трек «Мамон 2». Мне нужна охуенная обложка, как у Моргенштерна. Там, ну, very-very крутая, сложная, со мной, можно мамонта туда влепить, ну, можно без меня, главное, чтобы была очень крутая, ну, как у Моргенштерна. Блять, чел, если будет фул хуйня, я сейчас с пацанами, мы найдем тебя, тебе пизда, ты понимаешь? Так что лучше сделай все нормально. Слушайте этот трек, скачайте, телами так, да? Голые тёлки и мужики с водой, холодные большие бачки. Ебаться в бане очень хорошо. Член хорошо ходит, да еще и тепло. У голых тёлок большие сиськи, а у мужиков стали пиписьки. В бане жарко, надо поебаться, только бы без члена не остаться. После бани я иду купаться, после купания надо поебаться. После бани я иду домой, очень уставший, довольный собой. Дома я включаю порнуху и дрочу, потому что дома слуха. Пока член не отвалится, я буду дрочить, и конечно же. Парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка. Водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка. Водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка. Водка. Блять, ебаная залупная. Экран. Короче, я пью Емунеле. И Биомакс. Во мне витаминов, блядь, как в говне. Правда, я выпил уже. Блядь. Забродило немного. А Емунеле? Наверное. Вкусно.
Короче, тебе пиздец.